Добрый день! Сегодня мы делаем видеообзор на револьвер под патрон Флобер фирмы Таурус. Сам револьвер упакован вот в такую вот коробку картонную. Выглядит она вот так вот. Ну что ж, приступим к просмотру, что у нас идет в комплекте. Значит, в комплекте у нас идет паспорт на сам револьвер. Сам револьвер упакован вот так вот. Ёршик капроновый для чистки револьвера. Отверточка для разборки револьвера. И два ключика от предохранителя, или же, можно другими словами сказать, еще защита от детей. Вот такие вот шестигранечки. Так, ну что ж, давайте посмотрим на сам револьвер. Значит, сам револьвер идет с коротким стволом. Значит, сделан он абсолютно с металла. Корпус, барабан, ствол. Никакого сплава. Как проверить это? В принципе, довольно легко. Мы берем магнитик и прикладываем к самому револьверу, к стволу, к барабану, корпус, ударно-спусковой механизм. Ну, абсолютно все сделано из стали. Значит, бояться не надо, что револьвер может проржаветь или еще что-то, так как он сделан с нержавейки. Значит, пистолет идет со стальным стволом, нарезной. Сюда вставляются патрончики. Отстреляли, потом их можно легко вынуть экстрактором гильзы. Зарядили. И, в принципе, можно стрелять. Значит, стрельба бывает как автоматическая, так и при ручном взводе курка. Конец мушки идет с красной точечкой, что упрощает прицеливание. Ручка выполнена из прорезиненного пластика. Рука не скользит. Очень удобно в обхвате. Так, теперь давайте посмотрим, как же работает предохранитель. Значит, предохранитель — это вот этот вот винтик, который легким движением вот так вот откручивается, и пистолет уже стрелять не может. И таким же макаром вы его закручиваете. И можно уже производить стрельбу. Очень удачная модель. Понравится всем, кто любит оружие 4-миллиметровое. Купить его вы можете у нас в интернет-магазине felingam.com.ua. Спасибо вам большое за внимание. До свидания.